Изначально расчистку Сатиса подрядчик планировал закончить досрочно, и пока, похоже, планы эти воплотятся в жизнь. По оценке представителя регионального министерства экологии, работы ведутся качественно и в соответствии со сроками. Положительный результат дала круглосуточная работа на реке. Экскаватор работал в 2 смены, поэтому такой темп позволил говорить о завершении расчистки Сатиса уже в сентябре этого года. Здесь как бы выполнен один этап, это выше по течению, там небольшой, здесь вот еще один этап выполнен, сейчас есть определенный объем работ, которые уже подлежат как бы оплате в том числе. То есть надо было проверить объем работы именно в том объеме, который здесь сделан. При расчистке реки страдает популяция рыб. Из-за повреждения экосистемы водоема их число значительно сокращается. Вопросом заинтересовалось Министерство сельского хозяйства и Росрыболовства. Чтобы решить проблему, по существующим нормам нужно выпустить новые популяции в Чебоксарское водохранилище. Таким образом, возместят общий ущерб рыбных запасов в водоемах страны. По их науке был выполнен расчет и воспроизводство было осуществлено в Чебоксарское водохранилище в Воротынском районе. Выпущено рыбы ценных пород, стерлядь, осетровые. Представители Министерства экологии обещают и дальше следить за расчисткой Сатиса. На каждом этапе будут контролировать ход выполнения работ. Очередной визит гостей ожидается в следующем месяце. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.